4 победы в 4 матчах чемпионата, выход во вторую стадию Кубка Украины. Баскетбольный клуб «Динамо» входит в сезон без раскачки. Команда, собранная известными в прошлом игроками Олегом Юшкиным и Геннадием Кузнецовым, во всех матчах чемпионата была на голову сильнее своих соперников, выиграв с общим счетом 410-228. У нас хороший подобрался состав, у нас хороший тренерский состав. Мы работаем, мы стараемся, мы разбираем всех соперников. Результат пока что на табло, как говорится. Мы все друг друга знаем. То есть мы, может быть, не выступали в одних клубах, но заочно мы друг друга знаем. И еще не до конца, потому что все равно где-то месяца 2-3, я думаю, требуется людям, чтобы почувствовать окончательно команду, сделать эту химию командную, чтобы мы чувствовали друг друга. И тренерский штаб, и сами игроки понимают, поединки с более сильными командами впереди. А над самой игрой еще предстоит серьезно поработать. Состав высшей лиги в этом сезоне силен. Борьба за путевку в Суперлигу обещает быть напряженной. Самый тяжелый матч сезона был в Николаеве в 1/16 Кубка Украины. Одесситы отыграли по ходу матча больше 20 очков. С нашей стороны была очень невыразительная игра, 3/4. Потом поменяли вид защиты и проявили где-то мужество и характер. И хорошо, что закончилось хоть и поражением, но с результатом, который нас вывел в следующий круг. Сегодня «Динамо» — это баскетбольная академия. Во-первых, здесь работают с детьми, хотя сейчас поиск талантов, способных реально укрепить взрослую команду, задача непростая. Есть ребята, есть, но сейчас как-то спорт, наверное, немножко ушел в сторону. Больше думают уже, как заработать денег не в спорте, а именно каким другим путем. То есть действительно талантливые дети уходят из спорта просто как бы. Или больше занимаются учебой, куда-то хотят уехать. Второе направление, которое будет культивироваться в «Динамо» – баскетбол 3x3. Этим летом сборная Украины под руководством Олега Юшкина стала бронзовым призером чемпионата Европы и заняла 5-е место на чемпионате мира в этой олимпийской дисциплине. Будет это направление Юшкин курировать и в Одессе. В этом году в конце ноября стартует чемпионат Украины 3x3. Будет представлена наша команда высшей лиги. Мы надеемся, что то, что мы построили здесь многофункциональную площадку, она предназначена, конечно же, и для того, чтобы летом мы развивали этот вид спорта 3x3. Мы надеемся на успехи нашей команды высшей лиги, но мы, естественно, надеемся, что 3x3 принесет свои плоды. Наши игроки попадут в сборную команду Украины. И дай бог, отберемся на Олимпийские игры. Домашние матчи «Динамо», как и еще две одесские баскетбольные команды, проводят в спорткомплексе «Одесса». Ситуацию, когда в миллионном городе одна подготовленная арена для игровых дисциплин, нормально считать нельзя. «Евробаскет-2015» мог оставить после себя такую нужную для города баскетбольную современную площадку. Он успешно не состоялся в связи с тем, что и не было и политической обстановки, и не было средств. Естественно, было не до баскетбола европейского уровня, но проблема большого игрового зала для города Одессы существует. Решение этого вопроса, я думаю, что нужно как-то решать в комплексе. Это нужно, чтобы было желание и городской федерации, и городской мэрии, областной федерации, естественно, спонсоров, меценатов, на каких условиях строить, потому что выделить для постройки зала, условно говоря, 200-300 миллионов гривен, это сумма приличная. 18 ноября «Динамовцев» ждет самое серьезное испытание в новой истории. В рамках 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» примет чемпионов страны «Киевский Будивельник». Начало матча в 19:00. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».